Зашел на днях в интернет, смотрю, и у Земского, короче, бомбят его по поводу китайского инструмента. А, собственно, увидел я все на канале вот этого вот человека. Зовут его Михаил Один. Канал называется так же само. Ссылка в описании. Вот. Салам пополам, Михаил Один с вами. Начнем с того, что я занимаюсь отделкой в городе Санкт-Петербурге, и я решил похайпиться на чужих именах, так же, как это делает Олечка Зотова. Зато, сука, честно. А что же случилось? Человек решил поставлять свой инструмент, и за это его готовы линчевать. Ну, давайте на самом деле посмотрим, что действительно происходит и что о нем говорят. Только за то, что человек, сука, начал делать свой бизнес, очередной, неважно, но тем не менее, он идет к успеху, кого-то это бесит, и они его заебывают. Всем привет, я Олечка, и это мой новый канал, канал о справедливости, канал, где говорят только правду, стройка и никакой магии. Основной мой канал «На даче жить», там вам полезный совет о том, как я строю дачу, как вам делать ремонт, и местами о том, как делать не нужно. Ну вот, это она нам будет объяснять, как делать ремонт, как его не делать. Весит она 50 кг, и она про ремонт много знает. Она сама переносит тонны материала ежедневно, работает с тяжелым инструментом и будет нам рассказывать правду. Ну, давай, жги. В этом видео я разоблачу пирамиду Земского. Расскажу о его двойных стандартах на все. И о том, как он хотел поиграться нами, блогерами, и вами, подписчиками, но в итоге поиграемся мы с ним. Вы уже в курсе, что Димона разоблачили кроссовки, а Дерипаска разоблачила любовь к женщинам. Так вышло, что Алёшу разоблачила женитьба самим на себе. Вот так, пирамиду, значит, торговать своей продукцией, это нынче называется пирамида. А при чем здесь Дерипаска, там еще какой-то хрендель? Да, в общем, хер его знает. Его свадебное путешествие в Доминикану, а еще переписка наша по почте. Факт первый. Это самопровозглашенный строитель номер один. Но вы удивитесь, на самом деле это не Алексей Земсков, это Оксана Королева. Дальше я вам все объясню. Факт второй. Алеша сейчас в Доминикане. Факт третий. Алеша был в Китае перед Новым годом и вот-вот уже должен был анонсировать свой проект с инструментом в каждый дом, как он и говорил. Еще есть очень важный факт, что Алеша всегда проклинал весь китайский инструмент и в своем магазине, интернет-магазине, продвигал Стэнли и Книпекс. Все помнят, как он ходил по выставке и угорал над инструментом, который так похож на все бренды, кроме его любимого Хилти. Также неоспоримый факт, что для Земского собственные какахи пахнут вкуснее, пахнут цветочками, ну не то, что у нас с вами. Еще один важный момент, который нам понадобится, что разница во времени между нами и Доминиканой 7 часов. Ну и при чем здесь это все? Какая разница? Я не могу понять связи пока. Я думаю, что Олечка немножко подтупливает, что ли, или не знаю. Вайбхантер, что ты скажешь по этому поводу? Фиаско, братан! Просто жираф, сука, Мадагаскар! Спасибо, Вайбхантер, мы, в общем, поняли. Давайте спросим вообще у самого Алексея, как это все происходило. Пирамида, не пирамида, и что там с его инструментом? Здравствуйте, друзья. Сегодня я расскажу вам про инструмент, который скоро будет в каждом доме. Причем это не просто инструмент, это целый комплект. Комплект, в котором есть все. Ну, инструмент как инструмент, и что в нем страшного? Выглядит нормально, обычный, скорее всего, ширпотребовский инструмент, который не для того, чтобы там ремонты какие-то выполнять, а чтобы дома у себя что-нибудь подкрутить, подколотить, подпилить, подровнять. Ну и вроде как выкинуть не жалко, походу. Ну вот, пока это все монтировалось, Земсков уже успел слинять в Китай и развивать новую свою тему «Всем назло». Я вам вставлю кусочек стрима его
записи. Весь вставлять не буду, это долго, нудно. Но маленький кусочек. Посмотрите, оцените, и ссылка на него тоже в описании. Друзья, привет! Сразу же к делу, потому что очень многие из вас будут смотреть этот большой стрим уже в записи. Поэтому отнесусь в первую очередь с уважением к этим людям. Пока вы накапливаетесь, расскажу краткую вводную. Итак, уже буквально через полтора часа я улетаю в Китай. Улетаю на очередную промышленную выставку. И на этот раз в серии моих интересов было два направления. Первое – это чистовая электрика, это розетки, это выключатели, это диммеры. Это все, что мы видим и куда мы втыкаем всякие наши электроприборы. И второе направление – это плоские световые панели. Вот мне сейчас очень хочется сильно отвлечься и развивать вот это вот все, вот эти вот светодиодные светильники. Они были полностью поменены, наверное, недели три назад. Опять половина перегорела. Вот так вот, короче, Олечка Зотова рассказала за Алексея, Алексей за себя. И осталось нам только, чтобы Vibe Hunter передал пожелание Алексея Земского Ольге Зотовой. Полублогер, полупукер, блять, сука, сдохни, бич. Они хотели флоу, тебя бесит, ты не можешь дать, но не убейся. Пока я стелю, как бог им замесе, тебе не видать призов, яу. Я меняю свой флоу, ты меняешь мнение. Сейчас покажу, докажу примерами. На батле пиздел, что я худший в сетке. На сайфере лучший, грамотно съехал. Если у вас хватило терпения, вот это вот все нереальный вот этот понос досмотреть до конца, подписывайтесь, репостите. Спасибо. До свидания.